Беда не придет спросясь, гласит народная пословица. Еще обиднее, когда она происходит по вине безответственных работников, предприятий и ведомств, от равнодушного отношения окружающих. И так случаев, к сожалению, немало. Одна из подобных проблем – открытые люки и колодцы областного центра. Горожане уже устали жаловаться по этому поводу. С ситуацией на местах ознакомились и наши корреспонденты. Горожане в последнее время вынуждены передвигаться с особой опаской. Того и гляди, на ровном месте можно провалиться в открытый люк, которых в Таразе немерено. Зимой под снегом не везде их заметишь, да и летом надо быть начеку. Очень за детей переживаем. Провалиться в открытый колодец, расплюнуть. И кто за это главное ответит потом? Вот только был здесь люк закрытым, а потом глянули, уже сияет дырой. Вот кто их ворует? Хотелось бы знать, что власти думают по этому поводу. Случаи воровства металлических люков, к сожалению, участились вновь за последнее время. Желающих нажиться на здоровье и жизни людей до сих пор немало. Достается и водителям автотранспорта, когда посреди дороги зияет дыра, и не всегда ее удается удачно объехать. Мы обратились в службы ЖКХ. Что они делают по этому поводу? Какие меры принимают? Мы знаем о наличии данной проблемы. Сейчас дали поручение соответствующим организациям. В течение 2-3 дней закроют открытые люки. Жители же, в свою очередь, настаивают, чтобы власти боролись с любителями такого рода металлолома. И со стороны правоохранительных органов должен быть постоянный пригляд и контроль. Сколько бы ни закрывали открытые люки, желающих вновь их оголить не уменьшается. Кулюш Умурзакова, Сулбек Жолшубек, 77 News.